Друзья, всем привет! Вот готовимся на рыбалку завтрашнюю. На часах почти 9 часов. Будем завтра ловить на кольцовку, или как называют, на яйца. Вот варим кашу. Каша у нас будет гороховая. Манки добавим, ячневую, геркулес, ну и перловку. Вот перловку уже сюда засыпали. Дальше все это, когда все сварится, заправим вареньем, чтобы рыбе было вкусно. Ну и будем ловить. Вот такая получилась у нас каша. Горох с перловочкой подразварились. Для того, чтобы склеилась, я добавил сюда геркулеса и манки, чтобы она такая более плотная, потому что если этого не сделать, на большом течении это все вымоется. Проходили, пробовали. Добавил я немного варенья, потому что жена сказала, что хватит переводить продукты. Если у кого-то есть испорченное варенье, вполне можете сюда добавлять. Это добавит больше запаха, добавит больше вкуса. Я, например, еще в кормушку добавляю спрессованную макуху. Вот так вот оно работает. Раньше я при варке добавлял сюда макуху, ну, стал не заморачиваться, но и так, в принципе, все хорошо. Могу такой более подробный видеоотчет сделать, как я готовлю эту кашу. Ну, там, все именно в реальном времени сделать. Так что, если кому будет интересно, напишите в комментариях, я это все сделаю. А если видео понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.